Большинство знаменитостей пытаются любой ценой остановить время. Многие из них так увлекаются пластическими операциями и другими методами омоложения, что перестают быть узнаваемыми. В нашей подборке 10 отечественных и западных знаменитостей, которые пострадали от уколов красоты. Алина Кабаева. Бывшая красавица-гимнастка Алина Кабаева кардинально изменилась. С тех пор, как Алина ушла из спорта, она набрала лишние килограммы и потеряла былую хрупкость. Пытаясь оставаться молодой и красивой, Кабаева стала делать уколы красоты, но, как видно, увлеклась этой процедурой. Ким Бейсингер. Другой жертвой пластической хирургии стала Ким Бейсингер. Актриса слишком увлеклась процедурами омоложения, которые еще больше ее состарили. Жаль, ведь без хирургического вмешательства она выглядела бы невероятно элегантно. Марина Хлебникова. Глядя на фото, не верится, что на нем уже не та молодая Марина Хлебникова, которая когда-то покоряла мужские сердца. Зрители предполагают, что причиной резкого старения могла стать алкогольная зависимость певицы. Но эксперты отмечают, что на лице Хлебниковой прослеживаются признаки уколов красоты, которые делают ее лицо опухшим. Мерьем Узерли. Актриса из сериала «Великолепный век» стала не похожа сама на себя. Мерьем решила сделать свое лицо более рельефным и пропорциональным с помощью филлеров в щеках, подбородке и губах. Но результат оказался не таким, какой она ожидала. Не только ее поклонники, но и режиссеры в ужасе от внешнего вида актрисы. Алена Шишкова. Модель все-таки решила воспользоваться инъекционной косметологией, несмотря на советы и предостережения своих подруг, в том числе Виктории Бони. Боня предупреждала Алену, что использование филлеров может испортить ее юное и красивое лицо, но Шишкова была непреклонна в своем решении. Лицо модели изменилось так, как предсказывала Боня, оно опухло и стало асимметричным. Хлоя Кардашьян. Звезда телешоу стала печальным примером того, куда может привести чрезмерное использование косметических процедур. Ее лицо стало похожим на подушку, а губы опухли, словно были покусаны осами. Многие поклонники Хлои с уверенностью заявляют, что до этих косметических процедур она выглядела намного естественнее и привлекательнее. Ольга Спиркина. Российская актриса решила не обращаться к филлерам, а вместо этого попробовать нитевую подтяжку лица, которую считают одной из наиболее безопасных альтернатив. К сожалению, статистика и обещания врачей оказались обманчивыми. Процедура повредила щеки Ольги Спиркиной и исказила ее лицо. Потребовалось две операции, чтобы исправить ситуацию. Лара Флинн Бойл, главная героиня популярного сериала «Твин Пикс», претерпела столько операций, уколов красоты, что поклонники с трудом могут узнать ее из-за искаженного лица. Фанаты актрисы недоумевают, они не могут понять, почему Лара, наделенная природной красотой, согласилась на эту процедуру. Мадонна, королева поп-музыки, тоже стала одной из обладательниц подушки. Вместо лица из-за чрезмерного использования инъекций на основе гиалуроновой кислоты. Поклонники умоляют ее прекратить использовать филлеры, но она полностью сосредоточена на желании оставаться вечно молодой и посещает кабинет эстетического врача не реже, чем записывает новые треки.